продолжаю знакомить наших уважаемых подписчиков и зрителей с моей коллекцией афоризмов, цитат, которую я собирал много лет. Напоминаю, я умышленно здесь не указываю, кто их автор и из каких они книг. Но вообще, должен сказать, узнать это очень просто. Достаточно ввести любой афоризм или любую цитату в Google и нажать на поиск. И практически всегда, ну, во всяком случае, в абсолютном большинстве случаев, Google выдает из какой-то книги цитата или откуда взялся этот афоризм. Но и с вашего позволения я начну. Не спеши, пока тебя не торопят. Следующее лучше зачитать, он довольно спотыкательный. Патриотизм есть готовность бедняка сложить на войне голову за богача, на которого он вкалывает в мирное время, из рабочей скотины стать пушечным мясом. Когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя Родиной. Бойся маленьких начальников. Следующее тоже лучше дочитаю. Я должен совершить что-то свое, неподдельное, выбранное мною самим, доказать, что я стою больше, чем мне отведено. Жизнь должна стоить любви. Любой настоящий бой ведется интуитивно, иначе он превратится в ремесло. Люблю искусство и ненавижу ремесленничество. Следующее тоже лучше зачитаю. Выбор между искусством и ремеслом всегда зависит от той степени души, непредсказуемости, интуицию, которую вкладываешь в свое дело. Даже два солнца светят в одном небе. Для меня искусство боя в победе. И неважно, каким путем. Это слишком сладко играть в богов, чтобы можно было остановиться. Самый сильный страх тот, который приходит после беспечной уверенности в себе. В тему получается к пандемии. Вирус может прикончить любого слона. Следующее опять лучше зачитаю. Не люблю, когда говорят о моей судьбе. Слишком уж много было в юности судьбоносцев, любителей заботливых разговоров. Самый простой путь всегда самый верный. Самые простые решения всегда надежнее сложных. Нет большей ловушки, чем свобода. Жизнь выбрала тебя, но ты вправе отвергнуть выбор. Если не можешь стать счастьем, будь болью. Разучившись любить, не спеши ненавидеть. Воскрешение удавалось лишь Христу, да и то с папиной помощью. На этом сегодня, с вашего позволения, все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии и смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках?